Так, всем доброе утро. Такой необычный формат сегодня видео. Просто показ голубей, которые мне нравятся, которые я считаю достойные внимания. Ну, есть еще непроверенные. Ну вот начну. Это как я называю произведение искусства. Лучший голубь сезона 2019. Он выводился по голубям Олега Витальевича Мариуполь Шкиндер. Вот это по его паре голубей. Была у меня такая горелая голубка темнохвостая и красный сивохвостый голубь. Вот это вот по ним вышел такой шедевр. Для меня это шедевр. Честно говоря, было очень слабенькое. Вот это голубя. И у меня надежды не было, что оно выживет. Но оно выжило. И оно оказалось просто, ну, такой суперовой. Или голубка, ну вроде как голубка, не знаю, молчит, не ярит. Так, уже даже гвоздиком этим проверяли, этим методом. Показывает как будто на голуба, но молчит, молчит голубя. Будем смотреть, что вот такое голубя. Я считаю, это вот к таким голубям я хочу прийти. Конечно, если получится. Такая головка, очень красивый глаз. У меня когда был Александр Иванович, он его, тогда оно было совсем слабое перо, ну вообще очень слабое голубя. Он когда увидел, говорит: Леша, его надо выходить, это будет лучшим голубем в твоем питомнике. Вот это голубятка. Такое крылышко горело. Я его туда дальше подброшу. Сейчас просто хочу показать голубей, которых я буду плодить на следующий год. Даже, может быть, без сильной проверки. Мне, в принципе, они показали желание летать, тягу к небу и, ну и красоту. Скажу честно, красота неописуема, как для меня. Потом покажу. Вот такой хвостик. Корпуса практически нет. Дальше. Это тоже голубь мариупольского направления, мой выводной. Это самец был Олег Витальевича Шкиндера, а мама была Скотовска Вики Шишеры. Вот такой получился голубенок. Вот. Самец будет очень хорошо, потому что у меня много, почти все самцы погибли в этом году. В августе тоже зашла болячка. Я с ней справиться не смог, ничего не помогало, полный зоб воды, и голуби просто сгорали в течение 2-3 дней. Ну, кое-что осталось, я этому очень рад. Покажу этого голуба. Вот такой голубь. Вот. Хороший у него глаз, тоже красивый. Мордочка у него красивая. Такой аккуратный голубок. Но он немножечко, конечно,
уступает вот этой рыжей предыдущей. Немножко уступает в чем? В корпусе. У той корпуса нет. Этот более корпусной голубок такой получился. Но опять же, это замес двух направлений. Ну, у меня выхода не было, поэтому приходилось паровать колоски. Вот этот голубок, в принципе, он отлетывал, хорошо отлетывал, и, ну, заслуживает внимания. Это тоже племенной голубь на следующий год. В принципе, без особо, ну, особых нагрузок. Вот такой голубь. Дальше. Вот такая вот голубь. 2-2. Это выводилась она у дяди Саши Гаврилова. Мне ее давал. Я ее летом хорошо качнул. Лета у нее до 2 часов у этой голубки. Поэтому она тоже будет идти в племенник. Это голубка. Красненькая. 2-2. Чем она мне интересна? Чем она интересна? Сейчас я немножечко приподниму. Так. Чем она интересна? У нее тоже нет корпуса у этой голубки. Она кругленькая. Но скажу честно, вот эта голубочка, вот так вот хвостик. Скажу честно, по детству она могла немножко подбраживать. Но опять же, подбраживала, потому что летала сама абсолютно. И даже, ну, были сомнения, что оставлять ее или не оставлять, и дальше ее гонять или не гонять. Ну, в дальнейшем эта голубка хорошо себя показала, она устаканилась и начала отлично летать на одном месте, без брака. Такая голубка. 2-2, Саша Гаврилова. Я так понимаю, тут мама была у этой голубки по голубям Александра Ивановича Куприянова. И папа был взят, по-моему, у Голубенко. Ну, я могу ошибаться. Я могу ошибаться, но голубка мне очень нравится, у нее нет корпуса. Одно перья, тушки нет. Такая племенная голубка. Дальше. Дальше голубка 1-2. Это голубка моего товарища. Она не выводилась у меня тоже. Это мне еще очень маленьким пискуном передавал Женя Гумич с Артана. Голубка тоже очень себя хорошо проявила. Была в покрытии, выходила с покрытия. И садилась дома. Не загонял я ее ни разу. Сумасшедшая тяга к дому. И, ну, просто тоже очень достойная голубка. Она, конечно, вот, чуть-чуть недолиненное перо есть. Вот так я покажу. Полностью раскрытая, полная голубка. Такая жесткая, уже полностью долиняла. Это тоже голубка идет в племенник.
буду я с ней работать в следующем году, вот с этой голубкой. Голубок, конечно, очень много, самцов меньше, ну, такие вот голуби. Будем подкидывать, вот поймал всех кировоградских, что у меня есть, подкинем первыми, а потом остальных, посмотрим, что они могут. Вот так, пока пауза. Вот косина красноконопатая и этого Руслана Амельченко, что осталось голубя мышиная. Снимай голубей. Там пара косина. Снимай тех там, где много. Пойдем так потихонечку туда. Снимаешь, да? Видно их? Угу. Да. Такие тренировки. Пока что. Вот. Кировоградские. А ну, давай мне. О, сейчас подойдем. Сейчас мы сюда подойдем к дому. Голубка Руслана зацепилась, мышиная, вот тут Васильича, маковая, это все мы Васильич, маковая и молодой, но так, чтобы идти в гору, то не идут. Васильича голубка и Руслана садятся. Так, ну тут вот самоподъемчики. Решил немножко снять, как бы птицу в небе. Такой вот легкий, плекатый голубь, это Горбенко голубь, скажем так. Вот такая вот бабочка. Ну, он такой безотказный голубь, летит. Широкая бабочка такая. Вот Женя Гумича
Вот. Птица. Сашина сизачка, блин. Вот она, белохвостая садится. Белая Гаврилова, блин, тоже. Вот. Это Александр Иванович Медведя. На семенным колечком такая голубочка есть у меня. С пальчиком рубаным. Красивая голубка. Слов нет. На горечек снимай. Вон те, что летают. Они не хотят летать сегодня. Все, выключай. Так вот они срываются. Вот так они срываются. Они срываются под ветерок. А? Голубя вот по шкиндера Олега. Вот она мне нравится, красивая. Вот она.
голуби вот так вот срываются, накатывают. О, потихонечку. Вот Мелитопольская. Это опять Олега. Спод Олега уже. А вот Мелитопольская. Чуть-чуть сами тренируются. Вот Саши Гаврилова красненькие. Вот она, голубка 2-2. Чем плохая голубка? А вот. Вот тут прямо над домом это он мне привез голубка. Тоже голубок такой. Вот. Цепляется по чуть-чуть. Вертикально над головой. Вот. Мелитополь Васильича. Вот он тут срывается. Вот это еще одна красненькая Сашина. Вот она. Пока не линяная, еще не показывает всю красоту. Ну что, долиняет. Потом будет и хвостик хороший. И все будет у него хорошо. Голубя действительно. Я когда был у него дома, мне понравился самец. Пока еще он. Это первые подлеты. А потом будет по-другому показывать. Это я знаю. Пока оно запоминает местность. Видно сразу, что летун. Оно выделяется. Но выделяется. Каждому свое. Вот красненькая Саша Гаврилова 2-2. Какая голубка перелиняла стала. Все посадились. Чуть-чуть накидал. Чуть-чуть накидал. А? Руслан Сергеевич, твое мышиное. Полюбуйся, какая она стала. Еще чуть-чуть доходит, но летит голубка, хорошая голубка.
Вот. Так, дальше. Рыжачка. Женя Гумич. Кто у нас такой? Ну, это Саша Гаврилова. Голубок молодой.